Может случиться так, что для той задачи, которую мы решаем, может не хватать стандартных средств языка Python. Однако, если задача является не редкой, а, допустим, какой-нибудь распространенной, и эту задачу успешно уже кто-нибудь решил, наверняка есть пакет, который мы можем скачать, который мы затем можем переиспользовать для того, чтобы нашу задачу решить. Для этого в языке Python есть the Python Package Index, дословно индекс пакетов языка Python. Он содержит в себе большое число пакетов, на данный момент 78 тысяч, которые разработаны под язык Python, и вы можете найти нужный себе пакет и его использовать. Если вы откроете описание какой-нибудь библиотеки, например, это библиотека Request, которая нам понадобится затем в третьем модуле, то вы увидите, как вы можете установить данный пакет, и чаще всего вы можете установить его с помощью утилиты pip. Инструкцию по поводу установки утилиты pip и как с помощью нее устанавливать пакеты языка Python вы найдете в следующем шаге.